Мои хорошие, привет! Доброе утро, добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, когда вы будете смотреть это видео. В общем, мой день сегодня начался с покраски волос. Перед тем, как пойти в душ, я думаю, нанесу-ка я краску, ну, оттеночный шампунь. Я пользуюсь тоником, закрашиваю седину, цвет 301, горький шоколад. Здесь перчатки, гребешок. Здесь я приготовила новые перчатки. Пойду, когда смывать волосы в душ, надену, чтобы не запачкать ногти. Результат окрашивания, конечно же, увидите чуть позже. Сейчас волосы забранные в комочек. Попыталась стереть все влажной салфеткой. Вижу, что кое-что не получилось. Естественно, футболку запачкала. Но эта футболка у меня как раз для покраски волос. Сейчас свое время посвящу. Заправлю кровать там туда-сюда. Какими-то домашними делами. На голове пока трогать не буду. Но единственное, что маленько подтеру по контуру еще. Потом сразу за одним в душе все дела и сделаю. Зубы даже еще не почистила. Ушки вроде бы протирала, все равно. Все равно. Ой. Но надо это делать. Там, конечно же, включены новости фоном. Надеюсь, что цвет... Но цвет будет точно мой. Это 100%. Ой, нужно все выбрасывать. В общем, пошла я заправлять кровать. Тут вроде бы все почистила, нигде не капнуло. Такое ощущение, что здесь волосина. Так, ну и, соответственно, результат окрашивания будем ждать. Я вам, естественно, покажу. Скрывать не буду. Ой, пошла я заправлять кроватушку свою. Да вот я сейчас посмотрела, на кой черт заправлять? Ну вот серьезно. Ну пускай она будет не заправлена. Не знаю, может я буду, когда сушить волосы, долго же полотенчиком укутаю, может быть, полежу еще часик-другой. Времени еще немного. Как разоренное воронье гнездо. Но, в принципе, я натянула уже простынь, волосики собрала, подушечки взбила, одеялка так более-менее поблагородней. Ох. За вчерашний вечер и за сегодняшнее утро я съела упаковку мороженого. Знаете, какое вкусное? Блин, сладкое, вкусное. Девочки, это все те самые дни. Те самые дни. Ну-ка, давайте выйдем на улицу и посмотрим, сколько сегодня у нас градусов. Открываем шторы. Кстати, я стол переставила. Я вам сейчас покажу. Внимание. Я переставила стол сюда вчера. Ну, потому что, чтобы его не мочило, чтобы здесь лужа не была. Протерла его, поставила стулья. Коврик был сырой. Я... убрала. Ну, по-моему, наверное, просох. Да, он высох. Представляете, вчера с него аж капало. Он высох. Я сейчас его встряхну и поставлю вот так вот уже между. А что хочу сказать, что погода-то неплохая. Погода-то ведь неплохая. Очень даже неплохая. Ну, я бы вот в тонкой куртке пошла. В платье, конечно, не пойдешь, но погода неплохая. Ну вот девчонка-турчанка идет в джинсовой куртке, в полувере. Норм. Вот она одета по погоде. На некоторых турков смотришь, не поймешь. Вот в день, когда был град, когда мы гуляли в центре, я для вас снимала видео по улочкам вечерней Аланьи, иллюминацию вот эту вот. Некоторые турчанки идут в короткой кофте, живот голый и джинсы, и ну и сверху такое типа как длинное такое пальто, такое типа дырявое. Некоторые идут в шапках, в шарфах. Ну то есть это зависит от каждого, от ощущения тепла. Ну, погода нормальная, в принципе, даже можно попить кофе на балконе, в принципе, да.
Я вспомнила, что когда я купила квартиру, стол стоял здесь. Еще, знаете, сейчас же ветра, когда ветер дует, в спину вот здесь сидящему дует, а вот здесь он будет защищен. Вот так вот, щик, щик, и сиди, покуривай. С угла не так дует. Сейчас я постелю коврик, встряхну его, естественно, встряхну. Постелю коврик, и будет вообще шик, блеск, красота. Ой, встряхнула. Ой, красота. Ой, красота. Сейчас я его постелю. Камера, фокусируйся, пожалуйста. Не до конца высох. Чувствую, что маленько не до конца просох. Но вчера с него аж текло. Ничего, высохнет. Так, он просохнет. Здесь две ножки, не на полу. Так, стульчик. И сюда две ножки, не на полу. Все прекрасно. Когда балкон классный, так здорово, когда он большой. Кофе. Я вспомнила о кофе. Нужно пить кофе, прям нужно. И очень важно. Так, надо засечь время. Сколько мне? Так, через 30 минут. Ок. Так. 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 Так, так, так. Ах, я допила. Я допила. Так, можно выпить вот этого кофе. Это остатки с молоком и остатки. А еще у меня есть кофе остался вот такой. Это вот с тех запасов, что мне Иришка привезла. Черная карта, Паулинг, Жардин. Давайте я высыплю черную карту сюда, остатки, потому что я уже привыкла к этому вкусу, я пила его. Сейчас сварю вот этот. Допить его надо. Допить и все. И прям и делу конец. Сейчас сварю этот. Так. Господи. Я опять мыла плиту. Как неудобно одной рукой пошла из-за штатива. Красота. Обожаю свою спальню. Блин, слушайте, так кайфово, что у тебя есть своя кровать, свой шкаф. У меня же на той квартире не было. Я еще не могу, знаете, я еще не могу насладиться той роскошью, которую мне жизнь подарила. Все свое, все личное. В том плане, там же у меня была однокомнатная квартира, а здесь почти двухкомнатная. Там у меня... Я спала на диване, здесь на кровати. Там не было моря, здесь есть море. Там я все жарила на подсолнечном масле, а здесь на оливковом. Я значительно улучшила свою жизнь. У меня такой балкон прекрасный. Такой вид прекрасный. Там у меня тоже был красивый вид. Там у меня были цветы. Не цветы, а деревья. В цвету все, яблони были. Так, ставлю вас, мои любимые, в штатив. Поставила? Так. Так, так, так. Где ложечка? Перемешаем сейчас. Ну, чтобы вкус был такой однородный. Так, так, так. И пока кофе варится, займемся другими делами. Я не знаю, а ну надо все высыпать. Ну, конечно же, я высыпала на плиту. Ну, что я за человек? А я вот не могу... Ну, посмотрите, вот что я опять сделала. Ну, я плиту мою каждый раз, ну, по-любому. Ну, просто по-любому. О! Так. Заварилась, зажглась.
Чего я вчера не насыпала? Я же вчера эту банку протерла сухим полотенцем. Не сухим, бумажным. Не так сказала. Так. Водички хлебнем. Сладкого много съела. Кстати, без лифчика. Могу себе позволить. Так. Жду кофе, сижу. Не очень, да, такая картинка? То волосы будут ярконькие, классные. Ну, просто, знаете, так бы утреннего видео не было. А так оно у меня будет. Считай. Заделано, так все герметично, супер. Ой, так, такой звук. Так я вот уже сейчас привыкла к запаху. Мне уже нравится. Все равно привыкаешь. Вроде бы все то, что я говорила там плохо про черную карту, уже хочется сказать, не права была. То ли я привыкла, просто, знаете, я до этого выпила уже два пакета. У меня было пять. Три. Да, два пакета я выпила, это третья черная карта. И я уже привыкла, понимаете? Для меня уже вкус-то как это... Ой, блядь, опять просыпала. Вновь изучаем ковидные ограничения. Причина — новый штамм омикрон. Господи, как этот новый штамм омикрон, как он надоел уже. Это просто ёб твою мать, ну сколько можно? А я вчера в прямом эфире говорила, двухнедельная изоляция, карантин 2 недели после у тех, кто прибудет из Кении. Вот Олеся моя приедет и сядет на карантин. И как она будет работать? Как она будет работать? Конечно, она поторопилась. Лучше бы она послушала меня. Лучше бы она послушала меня и пока не брала билеты. Ну, крайне, крайне неосторожно она вот с этим поступила. Полный локдаун. А что вы хотели? Эти вирусы возникают, блин, как это, как грибы после дождя. Ну что вы хотели? Я знала, что будет локдаун. Вот прям знала. Я боялась улететь из Турции, чтобы... Думаю, вдруг закроют границы. Вдруг закроют границы, и никуда ты не улетишь. Не влетишь больше. Кстати, мне сегодня нужно заплатить налоги. Сейчас этот вопрос буду решать. Так, сегодня у нас 20 декабря. Мне нужно оплатить налоги по своему ИП до 31-го. Чтобы они встали в бюджет. Вот эта рабочая неделя получается последняя, да? Надо, чтобы они встали. Ну, как раз они дойдут, эти деньги, это 100%. Батарея разряжена, осталось 19%. Сейчас сварится кофе и нальем, будем пить. Терпите меня с таким этим. А что делать? Какая роскошь. Поднялось. Было бы вообще роскошно смотреть, если бы не было вот этого насыпанного. Посмотрите. Ах, какой кофе. Ах, какой кофе. Кофе. Ах, какой кофе. Сейчас буду пить. Это получается с молоком. Стой, пожалуйста. О. Что за... Вы посмотрите, как получился смайлик. Вы посмотрите, как мило, мои хорошие. Пускай ваше утро будет вот с такой вот улыбочкой, с такой доброй, с такой клевой.
Как здорово! Вот это вот, ну не то чтобы вот мое лицо, но улыбочка такая. Так, поставила вас в штатив. Мои хорошие, посоветуйте мне что-нибудь. Вы мне всегда даете дельные советы. А есть ли возможность спасти этот штатив? Проблема в чем? Сначала он был сломан. Вот эта вот штука сломана была. Я ее отремонтировала и залила ее клеем. Она сейчас прекрасно функционирует в таком вот виде. Вот, допустим, когда я говорю по видеосвязи с подружками, там, с Иринкой, с мамой, прекрасно телефон держится, прекрасно. Для прямых эфиров Инстаграм он подойдет. А проблема-то в чем? Я залила вот это суперклеем, залила вот это вот кольцо, оно стало неактивно. То есть вот так вот он уже не двигается. Как размягчить суперклей? Здесь его, он здесь залился. Я ходила, в Тюрксел смотрела, в Тюрктелеком, заходила на бульваре, вот так хочется почесать, на бульваре Ататюрка. Нет вот таких вот, нет, их нужно заказывать. Нет вот такого монопода, нет. Есть вот наподобие вот такое. Что, в Турции нет блогеров, что ли? Мои хорошие, посоветуйте, пожалуйста, как спасти. Вот залита пластмасса суперклеем. Как оттереть? Как? Или, блядь, заказать кому-то? Может быть, на Трейдиол, да, заказать? Ну, я, блядь, сломаю ее. Нет, я ее просто постараюсь не сломать. Пускай она действует вот так вот. Телефон же так держится. Для прямых эфиров. Так-то он кайфово держится. Короче, желаю вам всем доброго утра, хороших новостей, чтобы все получалось. Зеленых светофоров, чтобы не было пробок, чтобы все получалось с первого раза. Понедельник. Пускай вся неделя, последняя предновогодняя, будет окутана какими-то приятными сюрпризами, вовремя с данными отчетами. А я сейчас тоже заканчиваю, иду в душ, допиваю кофе, заканчиваю снимать видео, допиваю кофе, иду в душ, сохну. И у меня было одно дело, оно отложилось на завтра. Я ждала утром звонка, вот я поэтому и пошла голову красить. Созвон был где-то 10, где-то половина, в половине 11 был созвон, и не подтвердили на сегодня. Дело там отложилось по независящим обстоятельствам, ни от кого. Поэтому дело у меня переносится на завтра. Надеюсь, что сегодня у нас будет, дождя не будет, хотя вечером вчера был дождь. Сейчас, секундочку, я сейчас скажу, сколько у нас градусов. Сейчас мы посмотрим. Погода в Алании сегодня, точный прогноз. Алания, сегодня местами кратковременные осадки. 8 градусов. Нет, не 8, на улице больше, чем 8. Точный прогноз, Алания. Сейчас в Алании 14 градусов. Облачно с прояснениями. Скажите, пожалуйста, вот как... ну, 15 вот стоит. Скажите, пожалуйста, вероятность дождя 70%. Как такое возможно? Спросишь два раза, одно и то же отвечает по-разному. Разница. Там сказали 7 градусов, тут 14. Разница в два раза. Как такое возможно? Ведь я спрашивала на этом же телефоне, этим жиртом. Как такое возможно? Короче, все. За вас. Всем доброго дня!